Если вы попали в экстремальную ситуацию, то постарайтесь не паниковать. Сразу же вызывайте спасателей. Пока к вам едет бригада, накройте двигатель автомобиля какой-нибудь тканью, чтобы он не так быстро размораживался. Выбравшись из машины, оцените обстановку, как далеко вы находитесь от населенного пункта. Итак, наметив на карте в навигаторе пункт Б вашей поездки, посмотрите прогноз на ближайшие дни не только к месту назначения, но и в промежуточных точках. Метель или же снегопад – явный повод перенести поездку на более спокойное время. Если собираться в дальний путь нужно сейчас, то эксперты рекомендуют положить в багажник теплую одежду, пледы, запасную теплую обувь, шапку и рукавицы. Также пригодится в этом наборе лопата, аптечка, зарядка для телефона, провода для аккумулятора, запас топлива, питьевая вода и еда. В республике имеется 10 стационарных пунктов обогрева, 11 мобильных. При температуре ниже минус 25 градусов работает мобильный патруль Федерального государственного санитарного предприятия «Байкал Автодор» для оказания помощи водителям. Если же ваша машина не выдержала суровых погодных условий и попросту встала на трассе, оставайтесь в автомобиле, чтобы не замерзнуть, не потеряться и не попасть под колеса. Поскольку даже самая морозная температура не так чувствуется в авто, даже с выключенным мотором. Если есть связь, то позвоните родным или близким. Сообщите об экстренной ситуации, завернитесь в плед либо спальный мешок и старайтесь максимально сохранять тепло, так как на морозе тело тратит много энергии. Выходить из машины нужно лишь для того, чтобы проверить, не забита ли выхлопная труба снегом, иначе можно отравиться угарным газом. До минус 35 градусов, естественно, в такую погоду стоит отказаться от поездок. В случае, если перенести поездку по каким-либо причинам невозможно, соответственно, необходимо подготовить автомобиль к дальней поездке. И ни в коем случае нельзя спать до прихода помощи. Таким образом, вероятность удачного завершения неприятной истории на 90% зависит от того, как водитель подготовится к дальней поездке. Константин Аникин, Зураб Кабахидзе, новости.